Делишки, ребятюшки, с вами снова Эдди, Санжека, Игорь, и добро пожаловать в новую серию нашей новой рубрики Трэш Лото о Майнкрафте. Да, ребята, всем привет. Всем здорово. Здорово всем, и вы знаете, что нужно делать в первую очередь. Если не лень, поставьте лайкусики, ну поставьте, ну не лень же, ну понимаю, что не лень, ну поставьте, поставили, молодцы, мы будем начинать с пацентре, да? Или нет? Да, погнали. Да, давайте, быстренько, погнали, лайк поставили, давайте. Дупло, пацаны, здесь дупло. Зажимаю, давай, давай. Давайте, кто тянет? Давай. Я тяну. Давай. Игорь, ага. Я Игорь, да? Давай, по кругу, пацаны, по кругу идем. Хорошо, пошлите сюда. Вы пустили по кругу, ну ладно, давайте. Так, а кто тут? Кто тут? Давайте я первый. Я тяну, да? Или не тяну? Эдисон, это очень опасно. Я знаю, что это очень опасно, потому что там еще гей остался до сих пор, я не знаю, кому он выпадет. Там дупло, понимаешь, Эдисон, там все дупло. Зануда! Нормально. Ай, ебать! Нормально. А кто там еще остался? Гей! Гей остался, поэтому давай тащи гея. Давай. Нет. Там же что-то еще осталось? Нет, там только гей остался. Давай, вытаскивай. Это судьба. Это судьба. Пацаны, давайте на камень, ножницы, бумага. Я не готов к тому, чтобы у меня тут был гей. Ведущий, пожалуйста, давай. Мы же, помнишь, меняли роли? Ну давай его. Что тебе выпало? А, неважно, Эдисон, мне выпала очень хорошая роль. А, нет, я не хочу, Зануда тоже нормально. Давайте будем играть. Не, я ничего не буду меняться. Давай ты решишь, ведущий. В смысле, если один не согласен, значит ничего он не решает. Я не согласен с такой хренью. Давайте начинаем. Голубенький ты наш, голубенький. Ну что, дорогие, значит, персонал? Да ты продолжай, давай. И пассажир, добро пожаловать на Боинг 757. Здравствуйте. В общем-то, смотри, ты его, да, ты кто? Я гей. Вот, ты гей, но ты очень... Это шутка, это для роли. Ты очень богатый гей, потому что ты снял полностью весь самолет, и ты единственный пассажир здесь. И у меня такой гей, я такой богатый. А я тогда кто? Ты, короче, персонал, слушай Эдисон дальше. Да, я стюарт. Он не просто так снял этот самолет. Я уже боюсь. Он знал, потому что здесь не стюардесса, а стюарт, понимаешь? Он специально снял самолет. Стюарт, как это стюарта зовут? Ну, можно экстренный выход открыть, пожалуйста? Я воздухом подышу. Ты что, хочешь от меня уйти? Вообще-то я тебе деньги заплатил, так что давай работай на меня. Господин ведущий, мне кажется, что стюарт просто пришла крышка. Господи, так, Эдисон, выйди из его. Да. Хорошо, извините, господин ведущий, больше так не буду. Фух, ну, в общем-то, Эдисон, ты должен заниматься обычной ролью, Я стюарт зануда, да, которого все раздражает, да? Да. Ты зануда, понимаешь? Ты сейчас должен принести напитки ему. Твоя работа, ты получаешь деньги. Какие напитки? Господин стюарт! Пину коладу тебе принести, да? Я хочу пить, нет, мне, пожалуйста. Мохито! Нет, мне фреш лимонный, пожалуйста, можно? Пиво ему! Фреш лимонный. Я такие пива я не пью. Такие пива я не пью. Я пью только хорошие напиточки. Хорошие напиточки. Я говорю, мохито сейчас тебе при... Ой, извините. А, господин... Да, чё-то я... А, туда мне все нужно. Ребята, а где мой персонал? Я что, зря нанимал персонал, что ли, не понял? Эдисон, иди скажи, что напитков нет, потому что напитков нет. Напитков нет. Вы сняли весь самолет, но напитков нет, понимаешь? А нету напитков. Ну ладно, мне можно только вас. Суп похлебай, вот он. Кого? Хабас? Мне можно только вас, и без напитка даже. Хабас. Какой хабас, я не понимаю. Мне вас достаточно. Квас? Да нету кваса, я говорю, напитков нету. Не квас, а вас. Я так, не знаю. Вас, а автоваз! Эдисон, ты начинаешь просто агрессивно себя вести, Эдисон. Агрессивно прям. Не будет тебе никакого класса, голубня паршивая! Не еще, будет! Еще агрессивнее, еще! Я б сказал, что я с тобой сделаю, но если я с тобой это сделаю, я тоже геем стану, поэтому ничего я делать не буду!
И давайте разговаривать нормально, мальчики. Давайте будем... Да, а ты теперь становишься агрессивным геем. Так, я не понял, ты чё на меня вообще батон крутишь, я не понял? Не в этом плане, не в этом плане. А можно не в другом, пожалуйста? Я, конечно, могу и в другом плане. Так, всё, не надо, пожалуйста. Я жажду увидеть, что ничего, у вас... Ничего я снимать не буду! И, не да, надо! Заходите сюда! Заходим! Опять заходим! Где мои напитки? Где мои напитки? Так, я не поняла! Ой, точнее, не понял! Я не понял. Турбулентность! Ай! Держитесь! У меня голову укачивает. Теперь вам нужно, короче, пойти и разобраться с пилотом. А где пилот? И где этот пилот? Скажите мне, давайте я его побью. Так, значит, понимаете, нам нужно пилот, он такой стеснительный парень, он закрывается в своей кабине, понимаете? Можете сесть на место и пристегнуть ремень, пожалуйста, господин гей. Да давайте я вам помогу, давайте я ваш ремень пристегну. Свой пристегните, возьмите и обмотайте своим ремнем. А я так не умею, а можете вы мне его пристегнуть? Что происходит вообще? Пристегните мне ремень, пожалуйста. Я просто не справлюсь сам, наверное. Господин ведущий. Я просто отказываюсь это комментировать. Господин ведущий, дайте мне отпуск, пожалуйста, или увольте меня нахрен. Держите рычаг. Дайте мне рычаг. Стюарт, а он такой классный рычаг. Садитесь и пристегнитесь! Я сказал, я не могу пристегнуться, для меня это сложно. Вы можете мне помочь в этом? Собака. Господин ведущий, он не хочет пристегивать мне мой ремень. Да потому что я стюарт, ты должен сам пристегивать, сейчас выкину тебя с самолета без парашюта, отстань от меня. Пилот дурачок. Давайте будем мило общаться, ребята. Так, слушайте дальше. Ну это, понимаете, это пилот дурачок, и он не совсем понимает, что происходит, он вообще не умеет управлять самолетом. А, зашибись. Знаете, он сейчас не в адеквате, Эдисон, он делает вот так. Господин ведущий, а можно мне тоже туда прийти, пожалуйста? Нет. Вы сидите, пристёк, турбулентность, нельзя сидеть. Голова кружится, но я иду. Почему это все вел? Его нужно расчехлить, потому что он... Так что давайте... Я умею расчехлять. Давайте я вас тут оставлю, в этом расчехляйтесь. Давайте вы к нам присоединитесь. Не хочу по таким делам расчехлять. Давай кто-нибудь уже навешайте ему лещей. Давай, вешай ему, давай! У меня клаустрофобия, ребят, вообще-то. Давайте вы дверь откроете. Давай, завари ему чайный пакетик, давай! Господин ведущий, а вы не хотите к нам присоединиться? Дурак. Не, у ведущий, я не понимаю, как вам доставай чехлил, давай. У меня мои штаны мне не позволяют. Это внешний кадр, он здесь стоит, давай, вперед. Мои штаны не позволяют этого сделать. Я не могу, когда вы наблюдаете. Давайте вы тоже будете участвовать. Я вообще уйду отсюда. Я тоже, пожалуй, выйду. Короче, сами разбирайтесь со своим рейсом. Со своим рейсом. Я вас сюда позвал, я вас здесь оставлю. Я не люблю драться, господин ведущий! Мне не нравится драться! Пошел вон отсюда! Ну какой молодец, а что дальше? У нас небольшие проблемы, понимаете? У нас нет пилота. Откройте дверь, я боюсь! Ну как небольшие проблемы, они даже большие. Они даже большие, да. Кто самолетом управляет? Ну вот именно, теперь, короче, гей, он становится героем, понимаешь, гей-герой. Я герой, ребята! Держите меня семеро, держите меня! Так что гей снимает штаны и начинает управлять самолетом. Давай. Полетели, да, мы летим! Я отойду отсюда, пожалуй, я опять тут посижу, мне тут комфортно, нормально. Где ты, Стюарт?
Че я дверь ломаю? Выпустите меня с этого дурдома, пожалуйста! Ребята, я тыкаю на рычаг, он не сидит! Вернись гею, потому что гей хочет писать, и он не знает, где туалет. А я тут при чем? Хорошо, иди сюда, гей. А вы не... Самолет автопилот. Подожди, гей. Отлично. Подожди, подожди. Да, я ему дверь в туалет открываю, подожди. Стюарт, объясните, пожалуйста, где находится туалет. Сейчас, сейчас, 10 секунд, подожди, сейчас выйдешь в туалет. Не-не-не, Стюарт. Хорошо, иди сюда. А что вы меня ударили, господин Стюарт? Можно за мной ходить не будет. Мне мало воздуха, ребята, мне мало воздуха. Я хочу пойти в туалет. Иди сюда, не ной уже, вот тебе сюда налево. Да я вообще-то не ною. Давай. Я сильный мужчина. Давай, мужик, заходи в туалет для баб, давай. Вы тоже сильный мужчина, может мы с вами зайдем? Давай, заходи. Заставь пописать. Я не хочу писать в женский туалет. Ты только что хотел. А тут занято все. А я тогда к вам, Слушай, иди уже сы куда хочешь, я тут ни при чем. Я боюсь, тут мы летим. Стюарт должен заставить пописать. В смысле заставить? Ну иди ссы давай вот в этот туалет. Ты я не гей, ты ребенок какой-то, давай. Тебе что, пипипунчик держать твой? Давай иди ссы. Да, мне нравится, когда держат мой пипипунчик. Но ножницы есть, сейчас подержу. Дай ножницы ведущий. Так, давайте мы без этого обойдемся. Ну тогда иди ссы. О, сейчас кому-то отрежу. Вот, видишь, заставил. Какой я молодец. Турбулентность, турбулентность. Буду отличным отцом. Ай, турбулентность. Что дальше? Ой, мальчики, у меня кажется закружилась голова. Мне нужен массаж. Ой, я кажется описался. Умойтесь. Пачка в штанишке. Умойтесь. Какая гадость. Гея очень успокаивает то, что он нажимает на рычаги. А Стюарт, короче, запрещает ему это делать. Стюарт запрещает ему это делать, потому что это все самолет. Это может быть персонаж. Да, 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 какие классные рычаги. Я на самом деле уже готов, чтобы самолет просто разбился, поэтому тыкай, что хочешь. Я даже мешать тебе не буду, честное слово. Главное, чтобы умереть поскорее. Я просто не сейчас. Тыкай на все рычаги. Я тебе помогу. Опа. Господин Стюарт, я кажется, что-то нашел. Укромное местечко для нас. Укромное местечко для вас. Слава Богу! До свидания, господин Мей. Господин не кажется, что он сдох. Короче, знаете, что сейчас происходит? Ну. Опять турбулентность! Турбулентность! Господин ведущий! Головокружение, я это плохо. Итак, у нас еще начинают отказывать турбины. Самолет взрывается. Ой, самолет взрывается. Это ничего то, что я уже выпал из самолета. Стюарт, я иду к вам, вы спасите! Свернитесь, я взрываю кабину пилота! Я спасу вас, я ваш герой, Стюарт! Я вас спасу! Идите ко мне! Я спасу! Иди сюда! Давай! Что ты такое делаешь? До свидания, мать твою! Мне кажется, это адекватное завершение. Нет, вот это адекватное. Вот это адекватное завершение. Ну это хорошо. Мальчики, давайте мы будем заканчивать на эту серию. Не, мне кажется, с образа уже можно выйти уже. Да, ну ладно. Да. Что тогда? Ну иу! Ой. Может, мы больше будем это записывать? Так, я выполнил свой долг, мне как бы выпала роль, все, я... Пацаны, у меня шок, у меня стресс. Давайте это у тебя, да, стресс? Это у тебя стресс. Да. Голова болеть начала. А что у тебя? Ты ж хотел, чтобы я кого-то ремнем перекручивал, перевязывал. Поэтому давайте мы на этом закончим, пожалуйста. Да, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, поставьте лайк, чтобы уже лайков не поставили. Поставьте, пожалуйста, лайк, я вас очень сильно прошу, поставьте. Это стресс. Надо лечиться от такого. Uno, tres, cuatro. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем и всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. Короче, пацаны, давайте заканчиваем все. Сложно, когда у тебя друг гей, сложно. Согласен.